This is a 40-inch TV. We have a coffee maker, amenities, mini bar is here. Every room we have got personal safes. For the Naked ma'am, we are selling single room is for 7,000. Yeah ma'am, we have our own design. This is all being done by him. One can make out the designer work because that way. Everything is in a very nice pattern. Yeah, but it's the problem. Yeah, but mostly corners to have bigger rooms and nice thing once, and actually she should have space to move around. That's why we have made this kind of. В Дели можно найти совершенно замечательные отели. Они маленькие, уютные, домашние, с очень интересным дизайном. В отеле, в котором мы сейчас находимся, такое ощущение, что ты находишься в небольшом музее. Хочется рассматривать детали, хочется смотреть на картины, на скульптуры. Полы высланы, мраморные полы высланы настоящими рукодельными коврами. То тут, то там можно увидеть и индийские картины. Все очень чисто, очень стильно, очень комфортно. Сейчас на улице достаточно жарко, но там, где я нахожусь, в холле, на ресепшене, очень прохладно, потому что включен кондиционер. В общем, если вы приезжаете в Дели, знаете, что есть такие замечательные места, где можно остановиться. А как найти эти места, нужно просто обращаться в те компании, которые могут вас хорошо расположить. В данном случае я здесь нахожусь на инспекции с компанией Maavalan Travels, индийская компания, которая организовывает туры в Индию.